21 сентября в результате взрыва автомобиля в Сухуми погиб уроженец Кабардино-Балкарии, житель Сухума Арсен Бежикшиев. Инцидент произошел приблизительно в 9:20 по московскому времени на республиканской дороге Псоу-Унгур по Которскому шоссе в Сухуми. В результате взрыва пострадала и находившаяся в машине супруга Арсена Фатусе Бжикшиева, получившая множественные ранения. В момент прибытия обнаружили, что автомобиль «Мерседес» с этим инцидентом находился на трассе. Медсестрой была оказана помощь женщине, которая пассажиром была в этом автомобиле. Впоследствии она была доставлена в больницу. Правоохранительные органы пока воздерживаются от каких-либо комментариев. К счастью, жизнь раненой Фатусе Бжикшиевой вне опасности. В настоящее время состояние больной расценивается как средней степени тяжести, находится в нейрохирургическом отделении. Была произведена первичная хирургическая обработка раны, была произведена рентгенограмма черепа, где костно-травматических повреждений черепа не выявлено. Имеются глубокие рваные раны лица и осколочные ранения в области лица и волосистой части головы. Сейчас больная находится в сознании. Со слов больной, сознание она не теряла. Отвечает на все вопросы. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело. На месте происшествия работает межведомственная следственно-оперативная группа, в работу которой привлечены специалисты в области взрывной техники Минобороны Республики Абхазия.